Скажите, откуда вы приехали? С города! Очень страшно. Очень страшно. Мы в 14-15, когда ну тоже было, вот никуда не уезжали. Вот. В этот раз еще страшнее. В этот раз решили не рисковать детьми, уехать. Морально сложно, наверное, потому что действительно людям очень тяжело. Они приезжают в таком состоянии, каждому надо найти какое-то слово, какое-то подставить, так сказать, свое плечо, фигурально выражаясь. Может быть, так сложно, а физически не сложно, так скажем. Надеемся, в скорейшем времени все это разрешится, по крайней мере, Горловку, да, освободят, отгонят от Горловки этих недолюдей. И, ну, неделю-две, ну, не знаю, хотелось бы не задерживаться, очень домой уже хочется. Мир, в первую, да, в первую очередь, да, мир, хочется мир. Города. Будет работа, будут дети ходить в школу, будет обычная нормальная жизнь. Я хочу пожелать всем мира, мира над головой. Мира в душе и мира в сердце. Будем надеяться и верить в то, что все будет хорошо.